Всем привет, дорогие зрители, подписчики наших каналов. С вами снова Артур и Артём. Всем привет. И мы нереально упоротые продолжаем проходить Dead Island Riptide. Я человек-сосед. Я стал человеком-соседом. Я сегодня весь день человека соседил. Вот твои фанаты, смотри, как они. Выключи дрянь. На самом деле, мы действительно сильно уставшие, потому что дел у всех полно. Ну, да. И как это сейчас все будет происходить, ну, я думаю, нормально. Будет происходить. Вспомнить управление. Я помню кнопки швыряния. И, кстати, мне за обычного зомби дали 614 баксов. Богатый Буратино был. Это толково. Денег вот ушел. В общем, блин, меня жжет. Что мы делаем? Алкохол. Я без понятия, если честно. Давай посмотрим задание для начала. Мы не играли порядка полугода, поэтому... Мы должны идти на военную базу. Что мы... полгода прошло, да-да-да. Так, подожди, задание. Мы там, короче, одно второстепенное должны вроде как выполнить. Блин, откуда столько заданий, не могу понять. Это ты набрал. О, господи. И ни одно... Ладно, идем на военную базу, короче. Да, поехали на военную базу к солдатам. Ты будешь ведомым, а я буду идти за тобой. Буду просто... Потому что я не соображаю. Куда глаза глядят, несмотря на то, что я не соображаю, но я пытаюсь. Хоть что-то. Так, подожди, что это патроны? Это ножны. Я все собрал. Я хотел себе патрон. Вот в чем прелесть идти впереди. Так, ладно. Я представляю, что настолько упоротый, я думаю... Блин, думаю, земля чистая, потом вижу так электричество, думаю, не, там коротит что-то. Потом думаю, блин, это же он топором ударил. Потом думаю, нет. Земля чистая, коротит. Ну, как-то так, в общем, сегодня будет проходить серия, я думаю. Как обычно, окей, очень душевно и атмосферно. Да, атмосфера у нас. О, Алеандр, в помойке. Оп, чирик. Кто там орёт? Ну что за зомби такие? Так, у меня взбесился указатель. А, нет, нормально. Ого. Это что такое? Тревога. Кстати говоря, место офигенное вообще для сдерживания. Опять. Да, расти. Для сдерживания нас, кстати, да? Так, давай я ему покажу, какой я псих. Тоже есть. Слушай, ему пофиг. Нет, ему не пофиг. А, это какой-то лошара. Нет, просто я чемпион. А, окей. Казалось бы, да? Пришел босс, помнишь? 5 минут. Да. Это такой... Может, это тот же самый, просто такой... Блин, мины. Опять они. Решил прилечь. Господи, как там пройти? А, мины. Ну, ты у нас специалист по минам. Ну, да. Уничтожьте сирены. Ты сирена. Я залез наверх, у меня норм. Так, простите, пожалуйста. Там же мина. Я так понял, ты уже разминируешь, да? Отлично. Что-то я не хорошо. Залез наверх и... Не, что характерно, я их даже не увидел, понял, пока взрыва не было. А, ну, то есть, да, они незаметны. Не, ну в принципе можно и так, это получается, что мы по 1000 за мину отдаем. Дорогое удовольствие, но нафиг. Сьют спомей. Там на верху пистолет для стрельбы. Хотел сказать, для стреляния, но не буду. Пистолет для стрельбы пулями. Для стрельбы пули. Для стрельбы ракетами. Да иди ты нафиг. Дефективный, он же дефективный. Зачем ты его взял? Ой, я только хотел сказать, на них что не действует мины, нормально все действует. На нас тоже, да. Headshot. А если включить да, бешенство и пройти? Я не вижу их, просто не вижу. Это насколько надо упороться. Ладно, еще 700 баксов. На-на! Получи! Так, иди. За мной, что ли? Хорошо. Я пойду за тобой. Только своей дорогой. Так, вон мина. Окей. Я не знаю, у тебя там уже мозги летают, а я тут такой... А куда Get идти? Get the fuck down. Так, вот мина. Вон мина. Хотел сказать, а тут мина. Вот это мина?
Ну, я не знаю. Мужчина. Вообще обожаю этот пистолет. Хором. Да откуда ты берешь это? Самое противное, эти твари респаунятся постоянно. Ну да. И что самое противное, то что ты убежал от меня. You left me behind. You left me behind. Они за тобой. Нет, они были за тобой. Вообще да. О, это что было? Это она наврвалась на мину. А, понятно. Я полез, я не знаю. Хорошо. Тут вроде сирена одна из двух или трех. Господи. Вот же, ты почему сирену не отключил тут наверху? Я этим занимаюсь. Осталось две. Двое, окей. То еще упорот, играли мы. Играли мы. Кто упорот больше? Нормально, так спускаешься, а снизу тебя уже бьют. Снизу тебя уже ждут. А я спустился по спецназовской методике. А, голову вниз? Ну да. Ой, тут еще и здоровая эта горилла. Кали, 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 кали. Молодчик. Это не просто здоровая, это псих здоровый. Да они все вот такие. Спина. Там кто-то. Успокойся. Получается? Хорошо, нормально все. Это называется профессионалы мирового уровня вступают на территорию базы. Диверсия, как она есть. Так точно, так точно. Пошли, там еще надо обезвредить одну эту самую. Щина. Я промазал, ладно, ори. Я нашел медпункт. А я нашел новых проблем. Так, тебе аптечка надо, я тебе одну оставлю. Вообще... Да. Ладно, я тебя оставил одну. Ну, как ой, совершенно... Сейчас будет взрыв. Совершенно сволочь. Я забрал себе две, поэтому... Это было крайне тупо. Господи. Он остановился, короче, потом через 2 секунды полетел дальше. А я это видел. Физика такая... Физика да, никак... Физика такая... Такая я... поворачивается к нам такая... I don't know. I don't know. Физика взяла выходной в этой игре. Да. Просилась, короче, за свой счет. Не? Ой. Я полез отключать вторую сирену. Тем временем. О, господи. Че ж меня так кроет-то? Чик-чик-чик-чик-чик. Отлично. Получилось. Так, где там моя гроза катана? А, я бы не советовал. Дождь идет, сейчас еще ударит. О, у нас такой град сегодня. Офигеть просто. Град? Буквально полчаса назад. Так, Койлил. Секретные материалы. Очень секретные, поэтому даже не станем показывать, что там в них. Так. Потому что там реально секретные. А, тут есть нереально секретный сундук. Третий уровень. Я думаю, там что-то неинтересное в нем лежит. Поэтому можешь открыть. Да, сейчас посмотрим. Что-то база какая-то. Я думал, тут на базе будут... Вояки, да? Вояки, и да. Кого вообще всем плевать? Все умерли. Штурмовая винтовка. Что? А, там, да. Так, кстати говоря, у нас в 15 метрах вон там вон есть что-то хорошее. Но тут мины, поэтому иди вперед. Что-то хорошее — это чертеж. Да. Электрошторм. Атака палубы. Да такого у нас вроде есть, нет, я не помню. Нет. Есть у нас этот самый даже. Да. Ну, этот самый. Ну, блин, я забыл как. Господи, ремонтная эта хрень-то. Я больше ничего не хочу. Так, у этого повреждений 2902. У моего повреждений 3800. Так в чем же разница? Зачем платить? Вообще. Так, где-то орёт эта сирена. Она привлекает, наверное, зомби. Так, что я нашел? Я нашел. Прокачать его нет. Зачем мне два дробовика, если мой хорошо прокачан? Если не пользуешься ни одним, по сути. Кух, куда ты опять упоролся? Что? Кто? Зачем? Почему? Я нашел фото на память. А как ты туда попал? Ну тут и шел прямо, и в общем, вот я здесь. Я понял.
Тебе, знаешь, проводником надо быть. Правильно. А где там фото на память? Ну, я здесь стою. Вот. Кстати, логично предположить, что оно рядом со мной. Но не советую этого сейчас сделать, потому что возможны проблемы со здоровьем. Я не знаю, зачем я это сказал. Вот, смотри, вот здесь где-то. Ты Нет, тут увидишь? ничего, нет. А я его забрал, может. Ага, подожди, может это типа по сюжету нам надо было? Мы написали типа сюжетный предмет. Может нам надо было его как-то по миссии по какой-то? Хорошо, пойдем на мину. Ты первый. Пойдем, короче, на мину и. А ты ее вон как обходишь, да? Ну, А. мины обходят как-то. Ну, я просто думал, что это все равно. Не, А, ну она около там. мины упала, я боюсь. СПК. Фух, так, собрались, короче. Я вставил спички, между прочим, в веки, чтобы не спать, не закрывали глазки. Только что. Но ты слоупок. Так. Я всех убил вообще Я давно. взял мясо. И шестерню. Пожалуйста, бедная Просто вот, зомби. ну вот представь, вот шаришься ты по карманам, да? Так, Нашел жрей. шестерню такой. Пригодится. Мясо. Зомби-апокалипсис. Тут все пригодится. Особенно шестерня. Отлично. И мясо. Бля, они живут тут, походу. Смотри, из окон выпрыгивает. Нана. I'm coming. Ой, господи. Нифига у тебя этот крошево какое-то. Порвало. Мадам. Женщина. Ты знаешь, что в этой игре черепка разлетается, показывает осколки черепа, это двухмерные спрайты. Да, Это наверное. смешно выглядит. Я чуть не взорвался опять. Ну, а как ты это заметил? Я очень внимателен сегодня. Толково. Я здесь между ними чуть ли не польку станцевал, а потом Факт. заметил. Че там кто-то бежит? Ну, там и... Господи, я тебе 2 раза пнул и не попал. Что ты какой? Лежать. Жорж Милославский, это, между прочим. Лезвие. Сундук второго уровня. Как насчет? Вот так вот. Понял. Вопросов больше нет. Опасный нож тебе нужно? Конечно, Я нет. бы взял. Я нашел запись. Кстати говоря, у меня там, наверное, очки доступны на прокачку. Ой, Сзади ой, тебя бегут. ой, ой, как хорошо отоварило меня. Ты был так быстро, что я оказался медленнее тебе. Так, ну я все-таки выключу эту тревогу, наконец. Япономат. Там запись поднял. Аудио. Да тут пока что мне не до того маленько было. Все, я выключил эту срань. Тихо, мина. Да что ж вы, мать вашу? Матерь Божья. Мозефако. Так, это вот тут вот что-то хорошее, я думаю, будет. На Кроме мин. печке. Можешь взять даже. Хорошо. Ам-ням-ням. Ну, ты Ну, запись поднял? сейчас, подожди. Запись, она А, вот здесь. вот здесь. Сейчас тебе женщина будет рассказывать страшные штуки. Я не слушал, если честно. Но там что-то очень А важное. это потом надо будет просто показать. Вот здесь модификация лежит, шоковое ружье, кстати говоря. Я пропустил вообще. Ой, блин. Какой я Мы с тобой крайне внимательны. нехороший. Дизлайк и отписываюсь. Так, я так резко рванул, на самом деле, знаешь, может быть опасно. Кругом мины. Ладно, ты Вот иди, иди, это главное. Если что, я классно. увижу. За мясо дали 29 долларов. Короче, Анжела уже там потеряла надежду, извиняется. Привет родителям. Надо будет потом эти записи почитать как-нибудь на паузе. Поставить там очень интересные записи, наверное. Нет. Нет. Так, ладно, вот он, вход, видимо.
Это что, французско? Нет, не французские флаги, это какие-то. Или французские. Я не помню. Ну, смотри, как посмотреть. Ну да. Господи, ищите. Что искать? А, взрывчатку. О, я где-то видел, короче, но это возле той. Ой, я чуть опять не взорвался. Возле той вышки, в общем, которую мы только что последнюю отключили, я там видел. Ну, я не знаю, берется она или нет, это... Ну ладно, а я нашел. Окей. А вот... Она какая? Она вот такая. А, ну да, такую я видел только там. Holy fuck. Так. Она мне сказала fuck me. Господи. Прятались чуть ли не через пол карты. Да я ногу сильнее бью. Факт. Харди, главное, сам вояка, мог бы вообще-то и, типа, помочь как-то, я не знаю. Пёс. Так, я вообще-то уровень прокачивал, игра. Ты не могла как-то попозже загрузить? Нет, потому что я нажал перейти на новую локацию. Ладно. Блин. Так, во, кстати, крутое. Крутое место. Так, а теперь давай качаться. Я уже сегодня. Я не хочу больше. Бывает. Так, а что прокачать? Я даже не знаю, честно, что прокачивать. Здесь только звери, но я им пользуюсь раз в полгода. Вот это вот. Почему нет? Я метаю часто всякие штуки в людей. Так, страхование жизни. Денежный штраф при гибели на пятна... О, ну тупо, конечно, под конец игры уже. Кстати, когда там конец? Горят скоро? Нет? Че горят вообще? Вполне возможно. Я не знаю. Так, ну взлом замков, прочность оружия. Нет, это вообще не то. Что я хочу? Ворот, тут есть у ворот от атак, окей. Господи, ладно, апперкот прокачивай, выносливость апперкота. Так, что там, топорик. Ладно, я пройду через эту самую, пусть пишет. Зачем вообще? Я спокойно прошел. Ну, я не умею. Я не умею. Я замерз. Что это? Я поговорю с... Что бы это ни было. И тут есть мясо плавуна. Зеленое почему-то. Ага. Ну, кто такой плавун? Непонятно. Ну, это из Ведьмака, походу. Там утопцы были. А, ну и плавуны тоже. Вот, или... смотри, здесь местные. Ага. Что-то у них... Не заладился день сегодня. Да, вообще. Она жрает вот это. О, смотри, там один такой. Чуваки, я здесь! На, получи. Пистолет у всех главное. Понятно, почему они умерли. Всех, потому что пистолет? Нет. Потому что... Я не пойду в подвал, там страшно и темно. Возьми, пожалуйста, большую аптечку, если тебе нужно. Мне всегда нужны большие аптечки. Я просто... Возьми. Просто я до этого уже взял штук 8-9. Пошли в подвал. Естественно, умолчал о них. Подвал? Пойдем. Зачем я взял пистолет? Дефективный. Ну, не знаю. Вообще логично, как крутое оружие найти. Это все-таки... Ой, опять нашли какого-то здорового... А, ладно, тихо, окей. Будем считать, что... Да ему пофиг вообще. Смотри, здоровый. А прикинь, что было, если бы он был зомби. Кабанище. Сколько можно стрелять тебе в голову? Господи. 4000 дали? И... Не, это нормально такой. И вообще урона не нанес. Ну да. Шара. Ой, босс, у меня же... Что я несу? У меня магнум не модифицирован, а я как... Как подлый шакал. Ты просто у тебя такой лодинг постоянный такой. Факт. Я пытаюсь связать два слова вместе, и я не в состоянии это сделать на самом деле. Фу. Что я нашел? Электрокатушка. Вау! Это, между прочим, нам нужное по сюжету, по второстепенному квесту. Помнишь того придурка, который там... Да, там сумасшедший такой. Принеси, говорит, мне электрокатушку. Потом приносишь, он такой... Че? Зачем ты мне принес электрокатушку? Это fuck are you такой. Ага.
В общем, вот я ее нашел. Надо будет забыть ее отдать. Так, я... Что? Ты кто такой? Давай, до свидания. Давай, до свидания. Фу, фу, таким будет. Я включаю. Давай. Чтобы это не было. Окей, так получше. Нет, не получше. Нет, да. Нет, нет. А, все отлично. Окей. Аукай. Оказывается, X это бить пистолетом. Ты знал? Я только сейчас это понял. Пологри прошло. Какой там пологри? Не, серьезно. Серьезно, я знал. Правда, ни разу не пользовался. Я просто ее все время нажимал случайно после биошока Ага. для перезарядки. Ты когда будешь второй бешок проходить вообще? Когда время будет? Сейчас я не знаю, как мне это успеть все проходить, то, что есть Ну, накануне. не говори. Да. Времени вообще. Вообще нет. Вообще. Подождите, 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 куда ты пошел? Пошли наверх сходим, там вроде как есть что-то. А нам наверх и нужно просто. Да? Да. Ага, ну. О, смотри, тут просто медвежий фарш какой-то. Ну ты его весь, конечно, уже растоптал. Это не Ух, там ребята. кто-то недоволен жизнью явно. Так, налево пойдешь и гребешь. Прямо пойдешь. Давай в Винтовку Мальту, найдешь. потому что по Wi-Fi тут. Что за испарение? Это есть испарение? Да. Блин. Я думал, они только у меня. Спесь нас! О, блин. Что такое? Дверь не открыл. Тихо, тихо, подожди, подожди, подожди. Тихо, ты О, иди. баллон, баллон, давай, стреляй. Shoot him in the belly. Отлично. Ха! Ох, как удачно. О-ло-ло. О-ло-ло-ло-ло. Кто-то там Лалка. неудачник. Что такое лалка? Я Я не даже... знаю. Ой, а! Стопы! Это он улетел так. Не, как это? Это я или ты сделал? Да-да-да. Точно. Да, блин, ты сдохнешь, нет? А, он живой, что ли, еще был? Да. Блин, пора скорочили мы, короче, тут всю технику. Все принтеры, все факсы, телефоны. Это нормально, такой офис смерти. Да до свидания. А по-моему, их нужно просто не давать им выйти. Огонь можно залить. Так, все там, все сдулись. God damn it. Господи. Ох, улетел. Толково. О, как у меня с огнестрельным оружием. Шестой уровень уже. Клево. Ты крут. Я не крут. Большой. Ой, промазал. Did you miss me? Не, как в этом. В маске. Да, я же это имел в виду. Miss me? I guess not. I guess not! Охеренный фильм. Я уже лет 10 не смотрел, честно да, говоря. Давно вообще. Там Джим Керри еще молодой, такой еще да. не сильно кривляется. Ну, конечно, не считая, когда он в роли маски. Ну, собственно, после этой роли он и все. И стал. Он стал, да, настоящим Джимом Керри. Я смотрел какой-то фильм с ним еще до этой поры. Что-то там про вампиров, где он вообще щегол еще. Да, что-то кровавый засос, что ли, или что-то такое, комедия какая-то, короче. Вот он там типа подростковая комедия, а он там просто играет придурка такого. Ну, как в общем, бывает же. В своем амплуа. Да. Ох, это я или ты так пнул опять? Конечно, нет. Я говорю, ты или я? Конечно, нет. Ну, ладно. Как ну, само. Человек-фарш. Человек против фарша. Ой, у нас там на улице, если кто-то слышит. Там. Че? Че? Если кто-то слышит страшные звуки, это у меня на улице. Что? Все плохо. Ты не слышишь? А-а. И слава богу. Ну, то просто есть... это. Алкаши, алкаши. А, ну так у меня это перманентное состояние улицы, поэтому.
Не, просто в такую жару этого будет много, потому что я уже не в состоянии буду закрывать. Ну, да, у нас сегодня дождь прошел, жара спала чуть, град был даже. Поэтому, а я уже рассказывал. А у нас обещали по Яндексу, что в ближайшие дни будет ночью до нуля. Ну, то по Яндексу, может, и будет. Ну, Яндекс, он такой... Он такой Яндекс. Какой это? Какая погода? Мы туда? Да, мы туда идем. Ну, я иду за тобой, потому что, как обычно, упетлял куда-то. Чё за телек, подожди? Моток. Окей, телек моток. Моток не Пацаки мой. на моциках без бензика, короче. Так, там стоят оленькую накач. О-ла-ла. Это Круто, мама Юфу. мия. Kill them. Shoot him in the eye. He will die. Stop shooting And... people, you maniac! Оп! Такой, вай-вай-вай, говорит, куда ты денешься? Ух, там кто-то кричит. Ключи. Я такой иду и думаю такой, блин, и я говорю, вниз смотрю, думаю, там спереди кто-то есть. Слышу спереди звук такой. Там уже там все Тёма уже отрабатывает. Я вообще серию начал, смотря вниз, тупо в пол. Поэтому... Здравствуйте. Ой, как вас много. Подвиньте, не мешайся. О, видал, у него грудак мощный был. Мощный? Вломил кто-то. А? На-на! У меня, кстати, в комментариях написали, что ты точно так же можешь по голове прыгать, если прокачаешь соответствующее умение. Да, сейчас. Ты что, гопник не второго уровня, что Да я вообще, ну, шантропа. ли? Так, Дворовая. басота, да? Да. Телефон, Эча. мобилку нашел Мобилку с нашел. камерикой. Здрась. Че это было? Бля, тут дверь кем-то выбили. Прикольно. У него деньги, деньги, деньги. А, у него нет, ты забрал уже. Деньги, деньги, дрибе, деньги. А дальше я не помню слова. Остальное все дребедень. Делай Точно? деньги, делай деньги. А остальное все дребедень. Ой, тут большой... Большой и страшный. геморроидальный. Ой, Еще да, есть и слово. взрывоопасный. I got you. Вас вылечил игрок Викинг. Ты еще Жесткие лечить умеешь. когти. Так, я возьму аптечку, потому что я тебя Ой, вылечу. ой, ой. Вот смотри. Здесь Я просто. нашел секретные материалы. Шестая Я часть. сейчас тоже найду, только Другие сначала. игроки. И тут есть чертеж патрона для винтовки. Вот это реально клево. О, да нормально, да? Так, мы куда-то пришли даже, между прочим. На самом деле мы пришли именно туда, куда нужно. А Точно? слева у нас за дверью слышны выстрелы. Это не я. Я знаю. I'm in the comm room, Hardy. Hopefully that transmitter still works. Это этот? Том Харди? Нет, это его брат. А это другой телевизор уже. Это что, подожди? Сиотек. Не, мотек у меня написано. А у меня моток была на том, а тут... А, и тут тоже мот... Ой, господи. Тут тоже моток было написано. Называется вникание в сюжет. Брат Тома Харди, мотек. Чувак, ты делаешь это неправильно, так твоего лица не видно. Фриман? Не, это... Господи, Это какого? Ладно, не буду говорить кто. я даже не хочу. Positive? Okay, get her. Do it. Just don't let her get away.
стоит. Это мы заметили. Он сам по себе мутный. Да вообще, по-моему, вообще тут вообще. Да. О, ну да. Никому, короче, нельзя доверять. Ну, ты можешь доверять мне, пока я тебя не предам. Никому, я говорю, нельзя доверять. Ой, точно, а что так ярко? И вообще, надо закругляться уже с этой серией, на самом деле. Сейчас. Дай, мадафака. Юваляй. Подожди, не ходи туда, не ходи. Как раз мы начали 10 главу, короче, пацаны. И можно тут и закруглиться, даже с серией, потому что уже как раз... Девушки. Просто на самом деле эта серия... Нет, девушки, для девушек продолжаем снимать. Пацаны, давайте, все. Все, пока-пока. Ладно, короче, как вы видите, в каком мы состоянии, но и следующая серия будет примерно в таком же. Ура! Приподнято убитом, потому что в другое время у нас просто вообще не будет времени заниматься. Не, настроение есть, но возможности вообще на нуле. Поэтому да. Все будет круто, все равно. Короче говоря, увидимся в следующей серии и будем выбираться из этого здания. Возможно, сейчас был только что очень важный для сюжета диалог. Нет. Вполне возможно. Не знаю, в комментариях нам напишут, наверное. Как бы там ни было, на этом все. Увидимся. С вами были Артём и Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока.